Этот по-настоящему эпический день настал. В день всех влюбленных можно, нет, даже нужно признаваться в любви своей второй половинке. Много-много красивых слов, цветы, подарки, ну сами все знаете. Всех поздравляем с праздником, а на сладкое мы подготовили топ любовных историй супергероев и их возлюбленных. 3, 2, 1, поехали! Что может быть хуже, чем осознание того, что ты обладаешь суперспособностями и никому об этом не можешь рассказать? Да-да, узнали этого молодого высокого брюнета. Это Супермен, который попадает на нашу планету еще ребенком и вынужден скрывать свои сверхспособности, дабы не приковывать к себе косые взгляды окружающих. Но про него узнает молодая и амбициозная журналистка Лоис Лейн, которую и полюбил наш герой. Их история полна драматизма и напряженности, что ли? Это постоянная борьба за жизнь. Но в итоге мир спасен, все счастливы. Happy End. Супермен и его возлюбленная на 5-м месте нашего топа. Пройти мимо легендарного Джеймса Бонда мы никак не смогли. Посудите сами, красавец-мужчина, злодеи как ни пытались, одолеть его не могут. Ну чем вам не супергерой? А также он известен своими отношениями с женщинами. За всю историю Бондиана их было, ну, очень много. Девушек агента 007 сыграли такие звезды, как Хэлли Берри, Беронис Марло, Денис Ричардс, Диана Рик, Джилл Сент-Джон. Ну и как же тут не вспомнить настоящий секс-символ 60-х? Урсулу Андрес из первой картины о Бонде «Доктор Ноу». Итак, Джеймс Бонд и его женщины на 4-м месте. Тони Старк, он же Железный Человек, просто гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Многие девушки хотели бы оказаться рядом с ним, однако его второй половинкой оказалась Пеппер Поттс, самая идеальная секретарша в мире, умная, преданная и любящая. Испытывая симпатию к Старку, она не ревнует к другим девушкам, а даже наоборот, помогает выбирать. Но все же концовка одна, сильнейшая любовь Железного Человека и вовсе не железной, а обычной девушки. Тони Старк и Пеппер Поттс – третье место в нашем рейтинге. Ну и как же не вспомнить странную любовь или даже привязанность? Второе место отдается женщине-кошке и темному рыцарю Бэтмену. Ну вы помните, кошка – искусная воровка драгоценностей, а Бэтмен постоянно борется с преступностью в Готэме. Однако с этой девушкой у него всегда трудности. Чем-то она манит и в то же время отталкивает. Они скрываются за масками, но и в жизни судьба сводит их вместе. Такая вот незадача. Эти образы для многих стали культовыми, а противостояние Бэтмена и женщины-кошки – это всегда интрига и страсть. И, наконец, первое место. Та-дам! Мэри Джейн Уотсон и Спайдермен. Да-да, эта парочка наделала шума. Их трогательную историю школьной красотки и застенчивого подростка знают, наверное, все. Они расставались и снова мирились, а их первый поцелуй некоторые даже воплощали в реальной жизни. And now he's right here. Yep. Okay. There you go. Nice. Okay. Thank you. So that's the end of the survey. Would you do it? Look at that. Whoa. Однозначно, Питеру Паркеру, он же Человек-паук, и его любимой Мэри Джейн мы отдаем первое место. А какую историю супергеройской любви вы хотели бы сюда добавить? Делитесь этим в комментариях. Надеюсь, вам было интересно. Следите за новым видео. Еще раз с Днем Святого Валентина и пока!